В Казахстане продолжают бороться с паводком. Напомним, что несколько недель назад из-за потепления река Иртыш вышла из берегов. За время паводка вода поднялась на 65 сантиметров. Свои дома были вынуждены покинуть более 1000 человек. Сергеевское водохранилище, которое находится в Северо-Казахстанской области, большая вода может прийти и в Тюменскую область. Так было в прошлом году. Нашим корреспондентам удалось дозвониться до представителя комитета по ЧС республики. Еще ожидается выпадение осадков, но на данный момент ситуация стабильная. Все, что касается севера Казахстанской области, Акмолинской области, центра Казахстана, западных областей, на данный момент ситуация стабильная, но сейчас там силы и средства наши подготовили, в том числе и с местными исполнительными органами. Весь комплекс мероприятий проведен. Конечно, все будет зависеть от погодных.